Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Друзья, в феврале сыну Лянки Грыу исполнилось 9 лет. За это время Максим ни разу не виделся с родным дедушкой. В прошлом году успешным молдавским актером Георгием Грыу, которого на пике популярности сравнивали с самим Аленом Делоном. Радость от появления на свет сына длилась недолго. Врачи диагностировали у мальчика задержку речевого развития и аутизм. В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. В связи с этим мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Так в моей жизни появился этот город. Доктор сказала мне, что каждый день я должна быть со своим ребенком, заниматься с ним. А недавно мы сняли этот диагноз, и я счастлива. И Максим даже пошел в класс для одаренных детей. Разоткровенничалась актриса. Лянка надеется познакомить Макса с отцом в самое ближайшее время. Очень хочу, чтобы сын и муж доехали до Кишинева и встретились с папой, а также моим дедушкой. Дед очень многое дал мне, занимаясь с моим воспитанием. Мама хорошо отнеслась к тому, что я возобновила отношения с отцом. Отметила 32-летняя актриса на передаче «Судьба человека». Напомним, было время, когда Георгий Грыу довольно негативно отзывался о дочери, считая ее неблагодарной. Мужчина был уверен, что свое место под солнцем Лянка нашла именно благодаря ему. Артистка нисколько не обижается на резкие слова родителя. В тот момент эта история была не для меня, а для него. Он таким образом вышел из тени. У каждого человека есть своя правда, но я считаю, что многого добилась именно благодаря маме. Наверное, человеку сложно признавать свои промахи. Я же отношусь к этому спокойно. Мне не за что прощать его. Поделилась она. У Грыу возникали и проблемы в отношениях с мужем. Дело даже доходило до развода. Благо, все недопонимания удалось преодолеть. Это был кризис, с которым сталкиваются все семьи. На 3-4 год совместной жизни появляются какие-то трудности. Теряется взаимопонимание. Мне кажется, через это проходят все. Над любыми отношениями надо работать. Жаль, не все молодые семьи понимают это, рассуждала артистка.